прыгай! Бежим быстрее! Сколько времени нам осталось продержаться? Еще 4 часа. Как медленно идет время. И не говори. Хочешь, можешь вздремнуть, а я постою на шухере. Не, как-то не до сна. Смотри, какая-то газета. Можешь ее почитать. Пап, смотри! Чего там? Прочитай там на первой странице. В пиццерии парка произошло массовое убийство. Предполагается, что мужчина в костюме аниматроника заманил 5 детей в заднюю комнату и убил их. Позже в ресторане стали поступать жалобы на то, что аниматроники стали неприятно пахнуть. А их глаза и пасти сочатся кровью и слизью. Один из посетителей сравнил их с ожившими трупами, намекая, что трупы убитых детей скрыты внутри аниматроников, и призраки детей владеют ими. Вот мы и узнали, что случилось с аниматрониками. Теперь понятно, почему они такие. Опять сообщение от незнакомца. Кажется, с ним что-то случилось. Тихо. Будь здесь. Я пойду проверю, что это за звук. Тима, кажется, нас нашли. Там этот, как его? У которого вместо головы луна. Сюда быстрее выбираться. Кажется, оторвались. О. Смотри. Похоже, они сломаны и не работают. А может, они просто затаились? В любом случае, нам надо пройти мимо них. Выход находится с той стороны. Пошли аккуратно. Вроде никого нет. Давай переждем здесь. Не бойтесь меня, я вам помогу. Папа, бежим! Не, Тима, я устал бегать. Давай его выслушаем. Я покажу вам, как выбраться из парка. Почему мы тебе должны верить? Потому что вы все еще живы. Но ты ведь уже заманил нас один раз в ловушку. К аниматроникам. Я и сам не знал, что это ловушка.
Другие аниматроники повредили меня. И я не успел вас предупредить. Но для чего тебе это? Почему ты решил нам помочь? Мне надоело заманивать людей в наш парк. Я хочу, чтобы вы выжили и рассказали об этом полиции. Хорошо, что ты предлагаешь? Идите за мной. Я знаю потайной проход. Там вы сможете выбраться из парка и уехать, не дожидаясь 6 утра. Нам надо посовещаться. Тима, что ты думаешь? Я думаю, надо ему поверить. Да, я тоже так считаю. Боюсь, без его помощи мы до 6 часов не продержимся. Хорошо, мы согласны. Тогда бегите за мной, у нас мало времени. Аниматроники, я чувствую их, они приближаются. Бежим. Бегите через эту дверь, выход там. А я задержу аниматроников. Спасибо тебе! Прощайте! Тима, давай быстрее! Осталось перебраться через эти ворота! Давай быстрее, лезь! Быстрее, быстрее! Они уже приближаются! Бежи быстрее! Мы с Тимой добежали до машины и покинули парк. Добравшись до дома, мы обратились в полицию и все рассказали. Мишка Фредди ценою своей жизни спас нас от злых аниматроников. Так закончилась эта история.